Друзья мои, волнующий момент, потому что в нашем стеклянном кубе by Brand & Form сейчас представитель одного из любимых брендов нашей компании и выставки by Brand Expo. Сергей Амбросов, генеральный директор независимой лаборатории Invitro. Сергей, рада вас приветствовать. Уже который год на by Brand Expo? Я даже уже не помню, который. Но, в общем, далеко не первый. Да. Ну, в этом году нашей франшизе исполнилось 10 лет. С юбилеем вас. Да, спасибо. Юбилейный год. С момента организации первой точки. И все 10 лет мы вместе с by Brand. Для меня особенно примечательно, что когда, собственно, возникла идея организации программы франчайзинга, я взялся за этот проект и, в принципе, ничего не знал о франчайзинге. И первое, куда я пошел за знаниями, это была выставка by Brand. Поэтому для меня, собственно, наша программа и by Brand – это две связанные вещи, которые неразделимы. Мы все 10 лет прошли вместе, и я очень благодарен этому проекту. Рада, что все эти 10 лет вы вместе с нами. Сергей, как последний год прошел? Он был непростым для очень многих, но я так понимаю, что как раз ваша компания оказалась в наименее уязвимом положении. Ну, в первую очередь из-за того, что до этого была выстроена очень грамотная система. Во-вторых, вы все-таки работаете в том сегменте, который, ну, хоть и немного пострадал от кризиса, но все-таки не так, как некоторые другие сегменты, скажем так. Конечно, да? Наш сегмент экономики пострадал меньше, чем остальные, хотя негативные тенденции все равно не видны, и падение темпов роста налицо. На мой взгляд, этот год был очень, скажем так, успешным для наших франчайзи. Потому что если основной удар пришелся как раз по нам, как по франчайзерам, потому что мы берем на себя покупку иностранного оборудования, реагентов, и, собственно, все вот эти девальвационные моменты, они в первую очередь легли на плечи нас, как франчайзеров. Для наших партнеров мы сохранили все условия, и у них была возможность, собственно, удержать все издержки на прежнем уровне. Да, то есть курс доллара никак не повлиял на их деятельность. То есть и аренда, и зарплата, в принципе, большая часть франчайзи удержали на прежнем уровне. Поэтому мы сделали таким образом, что постарались сделать так, чтобы люди не почувствовали кризис на себе. Да, по большому счету, приняв удар экономики на себя, как на франчайзера. Поэтому год был для нас непростой, как и для всех, но мы пошли по пути повышения собственной эффективности, да, где-то подсократили издержки, вели активные переговоры с поставщиками, конечно, немножко поиграли ценами, но сделали так, что за год вся наша большая команда и новые франчайзи прошли успешно. И мы уже, начиная с этого года, не только что сохранили все, что построили до этого, мы активно развиваемся. Открыли уже порядка 90 медицинских офисов с начала года только. Из них франчайзинговых? Приблизительно половина, да. Ну, вы примерно так и держите, так, да, и вот это соотношение 50 на 50, да? Очень много и собственных проектов, и франчайзингов. Поэтому, да, тяжелее становится, но и определенные возможности открываются. Что, например, из позитивного, появились очень интересные помещения, которые раньше были недоступны нам по определенным причинам, либо заняты, либо высокая аренда. Сейчас они есть в наличии, мы можем там организовывать медицинские офисы. Сергей, давайте вернемся к вашему стенду. На стенде, я так понимаю, сегодня представлено две франшизы и один из проектов, который вот только запускается, да, сейчас. Расскажите чуть подробнее об этом новом вашем предложении. Это наверняка интересная и уникальная услуга. Мы сейчас предлагаем целую линейку франшиз, и даже не две. У нас несколько предложений. Первое, самое маленькое, да, это программа Invitro Городок. Это франшиза для небольших населенных пунктов. Она не новая, ей уже порядка там 4-5 лет. Состоявшиеся много проектов Invitro открыты именно в формате Invitro Городок. Это предложение для маленьких населенных пунктов числом жителей приблизительно 20-30 тысяч человек. Но все же не отдельное предложение, да, это все-таки лаборатория, да, медицинский офис, это да. Это маленький, но компактный медицинский офис, организация, которая требуется небольшое количество денег и которая не очень, и операционные издержки невысоки для того, чтобы покрывать их той выручкой, которую можно получить с небольшого населенного пункта. Дальше у нас есть программа Invitro Стандарт, это то франшиза, которая 10 лет уже. Дальше идет программа Invitro плюс Лечу, это наша партнерская сеть. И дальше уже самая крупная франшиза, которую мы на сегодняшний момент как раз презентовали на этой выставке, это Invitro Expert. Это крупный диагностический центр, который в
включает в себя целый ряд диагностических направлений, включая магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, рентген, маммограф, денситометр, ультразвуковая диагностика, анализы. То есть все то, что может потребоваться пациенту для того, чтобы точно поставить диагноз. Эту франшизу мы сейчас уже вот презентовали. Мы шли к ней достаточно долго. Как добропорядочный франчайзер мы сначала обкатали все технологии, бизнес-процессы на себе. Мы открыли собственный центр в таком формате 2 года назад. Потом мы открыли первую франшизу уже в этом году в городе Нальчик. Но опять же, это была франшиза, когда наши партнеры осознанно согласились быть первыми. И мы договаривались, что ровно на этом проекте мы обкатаем уже детали управления франчайзингом проекта. То есть это даже такая франшиза, но еще не совсем сторонняя. Да? То есть мы понимали, что такой сложный проект нужно сначала потренироваться, не презентуя вовне. Мы открыли проект в Нальчике, он успешно сейчас работает, развивается, и теперь мы готовы. Готовы уже полноценно, да, презентовать это рынку. Да? Сторонним инвесторам. Угу. А есть ли интерес именно к этому новому, да, вашему направлению вот сейчас? Почувствовали его, конечно, со стороны? Нужно тренировать. Пока рано говорить, что есть интерес или нет. Я уверен, что он будет. Конечно, ограничением будет объем инвестиций, потому что это дорогая франшиза получается. Сколько первоначальный вложений? Очень много будет зависеть от помещения, но я думаю, что надо ориентироваться на порядка 50 миллионов рублей инвестор должен рассчитывать, вложить в этот проект. Ну да, действительно дорогостоящий. То есть это немножко другого порядка инвестиций, чем традиционно были в нашем предложении. Поэтому, конечно, это не будет массовой продажи, это будут штучечные, но тем не менее они будут. Да, сейчас уже мы делаем третий проект, уже есть новый инвестор. Поэтому так, шаг за шагом, я думаю, что мы будем строить такую сеть. Какие еще, может быть, интересные новые предложения, может быть, новые технологии, может быть, акции вы могли бы анонсировать здесь на Vibrant Expo именно для потенциальных ваших франчайзи, а может быть, для действующих? Да, у нас есть еще одно предложение. Это мастер-франшиза. Мастер-франшиза для других стран. Мы тоже закончили. То есть вы теперь уже полноценно выходите в другие, да, в другие страны? Да, мы готовы предлагать построить сеть медицинских офисов и лабораторию в тех странах, где возможна реализация такой модели с точки зрения организации здравоохранения. Да, она не всем подходит, но есть достаточно число стран, где наша модель будет успешной. И сейчас мы находимся уже в стадии поиска таких партнеров, ведем ряд переговоров. В первую очередь это страны СНГ, но и более экзотичные. То есть, в принципе, можно будет уже в ближайшее время объявить о некоторых ваших открытиях? Ну, я очень рассчитываю, пока это преждевременно, мы пока находимся в стадии переговоров, но через какой-то период времени, я думаю, что мы сможем похвастаться продажей первой мастер-франшизы. Хорошо, Сергей, представьте, вот я, допустим, потенциальный инвестор, у меня есть, ну, давайте скажем, от 3 до 5 миллионов свободных денег. У меня есть интерес к вашей франшизе. Почему мне нужно ее купить именно сейчас? Смотрите, я думаю, что есть ряд причин. Во-первых, медицинские услуги, вообще частное здравоохранение, достаточно устойчивый бизнес для даже период экономических кризисов. Несомненно, все видят, как идет небольшое перераспределение от государственных услуг в сторону частных компаний. Это позитивный фактор по расширению рынка. Сейчас хорошее время для того, чтобы найти подходящее помещение. Я сейчас повторяю, у нас есть философия франчайзинга в компании, мы ее для себя сформулировали. Это три тезиса – открытость, ответственность, уважение. Вот про ответственность, да, если мы даже сейчас в период экономического кризиса будем открывать новые медицинские офисы, мы берем на себя ответственность, чтобы они развивались и не закрылись. То есть несмотря на негативные внешние факторы со стороны тех экономических процессов, которые проходят у нас в стране. Поэтому если вы придете к нам, то мы сделаем так, чтобы ваш бизнес состоялся и не закрылся. Даже если что-то пойдет не так, у нас есть возможность выкупа медицинских центров. То есть это тоже один из инструментов снижения ваших рисков, которые мы иногда применяем, когда для этого есть причина. Будем надеяться, что такие инструменты вам в ближайшее время придется применять как можно реже, но при этом вы будете развиваться как минимум такими же темпами, как сейчас. Да.
А может быть, эти темпы будете наращивать. Ну, я вам искренне этого желаю. Спасибо вам огромное, что рассказали о ваших новинках. Сергей Амбросов, генеральный директор независимой лаборатории Invitro на ByBrand Inform и здесь на ByBrand Expo 2015. Спасибо, Сергей.